Продолжаем чтение книги «Носитель духа». Составитель, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Мы с вами читаем главу «Верный в малом». Игумен Никон Воробьев. Борись со всеми самыми малыми грехами. Кто не верен малым, тому не доверит большого. А то дьявол так и внушает. Это пустяк, это мелочь. А про более важное, где же нам с этим бороться? Это для подвижников. Кто будет верен малым, тот получит власть над многим. Не считай грехи зрением, слухом, осязанием и всеми чувствами за малые. Они велики по своим последствиям. Поэтому сразу кайся, если погрешишь. А если заметишь, что поддаешься часто греху каким-либо чувствам, то пиши, исповедуй и сокрушайся, ибо это начало большого греха. Если будем услаждаться дурным в душе, совершим его и на деле. Это неминуемо, поэтому любой ценой должен держать мысли чистыми, применяя все доступные средства. Помощник в этом Бог. Личность человека, его суть, в его направлении воли. Если человек стремится к Богу и хочет избавиться от недостатков, то же этим желанием отсекает все дурное. Маленькая вольность в обращении, непрекращенная и непокрытая покаянием, может привести к окончательному падению. Так и во всем. Смотри на малые грехи, как и в начало больших. Если не побороть их, придут большие, и тогда много надо будет труда, чтобы от них избавиться и очиститься. Я думаю, что теперь при отсутствии руководителя Господь сам ведет людей, искренне желающих идти его путем. Надо больше молиться и поступать во всем по совести или по заповедям, а в каждом, даже малейшем нарушении, глубоко сокрушаться и каяться, ибо малое, не исцеленное покаянием, обязательно придет к большему. Если человек сочувствует греху и внутренне соглашается с ним, поддается влечению, то дьявол непременно устроит возможность согрешить и делом. Дорогой, милый, не поддавайся без борьбы никакому нарушению заповедей Божьих. Будешь верен Господу малым, получишь силу и на большее. Схигумен Иоанн Алексеев по этому вопросу. Мы и малого-то снести не можем. Куда уж там пускаться великое? Вот о старце Леониде Оптинском такую историю рассказывает один монах. Надоедал ему просьбами благословить на вериги. А старец ему отвечал: зачем тебе вериги? Монашество само есть тяжкие вериги, если все делать как следует. Но монах все клянчил. Наконец старец благословил, а затем вызвал к себе монаха кузнеца и сказал ему: придет тебе завтра монах просить, чтобы ты ему вериги сделал, а ты скажи, зачем тебе вериги? Да за уши хорошенько. На следующий день, прибегая к нему, разгневанный монах объясняет, что он просил кузнеца сделать ему вериги, а тот вместо этого его заушил. Ну вот, сказал старец, ты одной пощечины не стерпел, а побежал жаловаться. Куда тебе носить вериги? Так вот и не надо выше головы прыгать.